Внимание на экран. В номинации «Тинейджерский проект года» представлен Open Kids. Имена продакшн. Ираки Инскервели. Проект «Голос». Медиахолдинг «Бородино». 4G. Премию в номинации «Тинейджерский проект года» вручает певица, актриса, звезда сериалов Стейси и актер кино, звезда Голливуда Игорь Жижикин. Я очень хотела сказать это. Добрый вечер, Крокус! Во-первых, мне очень приятно, что я с тобой на сцене. Согласитесь, это гениальный действительно актер, прекрасный человек, и я считаю, что очень почетно получить от него премию. Стейси, наконец-то можете себя почувствовать уходим. В Голливуде. Все, уходим. Я чувствую себя Анджелиной Джоли сейчас просто. А как с ней было, Игорь? Добрый вечер всем. С ней было здорово. Как было, мы знаем. Они расстались с Брэдом после Жижикина. Он виновник этой ситуации, Николай. Как вы могли? Вы раскрыли тайну. Мне кажется, что самое время открывать шкатулку, если зал не против. Самое время раскрыть вот эту тайну, мне кажется. Да. Вы осторожны, у нас одна коробка на всех. Итак, в номинации... Тинейджерский проект года! Open Kids! Open Kids! Друзья, громче! Молодежь на сцене! Хорошенькие какие, хорошенькие! Можно сказать, да? Нам сейчас безумно приятно и волнительно стоять на сцене с такими выдающимися и реально крутыми артистами. И вообще, это наша первая с девочками премия. Такая глобальная и вообще сейчас очень сильно переполняет эмоции, честное слово. Мы новое поколение, дети и подростки — это будущее. Хочется творить новый крутой уровень и показывать, что мы достойны стоять здесь. Также мы хотели бы сказать большое спасибо команде, которая работает над нами и дарит нам тепло и любовь. Спасибо всем, кто за нас голосовал. Нам безумно приятно, мы вас безумно любим. И огромное спасибо нашим китцерам, которые нас поддерживали. Спасибо, благодарная и красивая вот молодежь. Ура! Боже, потрясающе. Девчонки, вы феноменальны просто. Скажите, пожалуйста, а как ощущения про шоу-бизнес? Есть эмоции? Что такое шоу-бизнес? Это очень круто. Переполняет эмоции. Да. Но вы когда вырастете, не забудете старушку Лободу потом? Я буду молодой, красивой всегда. И умру молодой, красивой. Спокойно. Вот, мне нравится «умру молодой и красивой». Особенно это понравится Ане Лорак. Вспомнил Суя. Да, но ты посмотри, какие они эмоциональные. Они живые, они не столкнулись еще с правдой шоу-бизнеса. Да я-то вижу, аплодирую всем сердцем. Давайте весь зал поаплодируем. Это невероятная молодая энергия. А спойте что-то, девчонки, быстро микрофон. Ну-ка. И. То самое чувство, когда ты круче всех. Воспитывался. То самое чувство, когда ты на волне. То самое чувство, когда ты круче всех. Все получится. Вот только что вы спели со Светланой Лободой. Еще поцелуйте на счастье Жижикина, все-таки голливудский актер. Спасибо. Под аплодисменты мы прощаемся со всеми с вами. Дети, не забудьте подарки отдать родителям. И пока счастливые обладатели первой в их биографии реальной премии Music Box по-взрослому отмечают, мы приглашаем на эту сцену.